Всем доброе-доброе утро! Приехали Симбочки делать прививку. Он весь боится. У него в машине, пока я ехала, он сидел у меня на коленочках. Просто слюнями весь истек. Вот сейчас хочу спросить, может быть, его укачивает. Я с 1 по 7 каждый год. Прям, каждый год. Девчонки, села краситься, думаю, почему бы нам не сделать это вместе. Уже нанесла тон, консилер, и сейчас у меня идет этап, в общем, бронзер наношу. Я все равно еще загореленькая, поэтому подчеркиваю свой загар. Вот, и мне очень нравится вот смешивать два вот этих хайлайтера. От Charlotte Tilbury румяшки. Прям вот такие две точки ставлю, и все, этого достаточно. И растушевываю плоской кисточкой от номер один. Нанесла сегодня базу под макияж от Guerlain. Какое же это удовольствие, девочки. Буду повторять, покупать, потому что это очень приятный этап макияжа. А ресницы, конечно, красить не буду, потому что сегодня наращиваю эту краду. Я не попала в свою студию, где обычно наращиваю ресницы. И приехала в новое место. Посмотрите, как здесь красиво. Может быть, это все-таки судьба, что я не попала. Вот в этой студии нашлось для меня окошко везения. Слушайте, мне вообще прекрасненько нарастили здесь реснички. Я ничем не хуже, чем студия, в которой я ездила на метро Анина. Здесь даже лучше, как будто бы. Ура! У меня еще две обновочки купили. Рождественскую коллекцию хитов. Здесь у нас просто шикарные рождественские песни. Будем слушать. Выбирал муж, это будет очень атмосферно. И уже пластинка, которую купила я, мой любимый Фрэнк Синатра, его рождественская коллекция. Ой, уже предвкушаю. Покупочки. Сразу же хочу вам просто порекомендовать от души вот это средство. Вчера купила в Литуале, думала, что это спрей для волос, но это не спрей, это как водичка, лосьон. Ходовая штука для волос, она, видите, с конусообразным кончиком. Вот так вот открываете, вот так вот закрываете и выливаете на руку. Я помыла голову и на влажные волосы, ну, просто нанесла. Если честно, вообще не рассчитывала никакой вау-эффект, но по факту я просто в восторге. Ни одно мое масло такого не делает с волосами. Я не знаю, что это за вещь такая. Причем волосы не утяжелились ни капельки просто. Как вода, немного маслянистая. Тут все по-корейски написано, короче, ничего не понятно. Ароматом детской присыпки. Видите, бейбик нарисован. В общем, девочки, рекомендую в Литуале, обратите внимание. Это результатное лицо, вот видите, мои волосы, это вот благодаря этому лосьону. Потом купила еще новую масочку от этой же фирмы. Не масочку, а что это? Кондиционер, по-моему. Да, кондиционер хороший, он прям, знаете, такой плотненький для кондиционера, прям даже как маска. Видите, оп, даже не это, не вытекает ничего, прям такая густая консистенция. Аромат иланг-иланг мне понравилось, прикольно. Если честно, у нас в Литуале просто, ну, очень маленький выбор, я купила на обум средства, просто что понравилось, то и взяла. Осталось довольно прикольненько. Прикольненько. Потом на Валберес заказала свечку Банка Хом. Мне подружка любит эту фирму свечей. Тоже решила попробовать. Пока не знаю. Нравится, не нравится. Пахнет приятно. Пачули и ладан аромат. Еще купила свечку в Сенсее. Тоже красивенькая.
а-ля что-то такое новогоднее, рождественское. Еще одна свеча тоже из сенсея. Называется Autumn Morning, осеннее утро. Пахнет очень вкусно. Тут мне прям нравится. Значит, тут даже, знаете, по этим, по нотам. Сладкий апельсин, корица, какой-то там байлиф, я не знаю, что такое, цикламен, оранж блоссом, ванила, амбра и мускус. Грибочки нарисованы. А еще взяла на Вайлдберри стикол для телефона. Такой он рельефный. Понравился мне. И не знаю, вот это показывала вам или нет, тоже новый у меня чехол. В Литуале купила карандаш от Литуаль. Очень мне девочке понравился, очень. Прям так, кольцо мое болтается, пальцы походили. Посмотрите. Он очень, знаете, какой? Сатиновый, мягенький и стойкий. Я вчера вот тоже с ним ходила. Он очень долго держится на губах и наносится просто замечательно. И цвет красивый, очень красивый цвет. Он, мне кажется, он всем подойдет. Вот. А стоит всего там 200 рублей, по-моему. Рекомендую, девочки. Хорошие, на самом деле. Классный карандашик. Купила еще такой наборчик, тоже сенсея, аромадиффузор и свеча. Ну что, все, девочки, показала вам, все рассказала. Эту штуку прям советую, покупайте. Вообще, просто бомбовая. Пришла посылочка золотого яблока. Я себе заказала от Real Marie такой вот скраб для кожи головы с розмарином. Вообще, я очень люблю розмарин использовать в качестве подпитки кожи головы. Масло розмарина добавлять в маску, обогащать, да, любую маску. Любые лосьоны с розмарином. Это просто чудо. Здесь вот в составе маски получается у нас, сейчас прочитаю, отшелушивающая маска для кожи головы с соком розмарина. Вот. Видите, маска с морской солью и натуральным соком розмарина для кожи головы, склонной к жирности, стимулирует волосяные фолликулы и придает объем ослабленным волосам. Я заметила сейчас, как начало холодать, у меня стали быстро пачкаться волосы. Я решила, что срочно нужно менять свой уход. И решила вот попробовать это средство. Оно не бюджетное, потому что бывают маски для кожи головы там за 1000 рублей, оно стоит чуть больше 3000. Но отзывы просто прекрасные, и как только я попользуюсь, обязательно вам расскажу. Кстати, свечка от Van Cajon просто прекрасная. Аромат классный, приятный, но свечка от Sensei, я вам честно скажу, не хуже. Создает такую же уютную атмосферу. Но единственное, что я так поняла, что, конечно же, расход у них очень отличается. Эта свечка быстрее гораздо закончится, чем эта.